Всем привет, с вами Эндрю Беттер, и сегодня мы поговорим о новогодних акциях Warface и какие дают они за это подарки, друзья. Итак, начинаем. Если ты хочешь начать играть в Warface, то переходи по ссылке в описании. Регистрируйся и получай кучу разного доната, супер вип-ускорители и многое другое. И играй с друзьями и начни нагибать уже сейчас. Обновление каждый месяц, добавление новых пушек, все это ждет тебя в игре Warface. Удачи в бою тебе, боец. Ссылочка в описании. А начинаем мы с увеличенных наград за игры во время новогодних праздников. Увеличенные награды за все бои. Вы можете быстрее повысить ранг, открыть желанные предметы у поставщиков и более, и получить еще больше варбаксов. Не упустите момент. 200% опыта, 175% варбаксов, 150% на поставщиков. И все. Кроме того, мы объявляем об удвоении наград за выполнение заданий в глобальном событии «Абсолютная власть». С 12.00 29 декабря до 12.00 8 января улучшение штаба и найм оперативников обойдутся дешевле, а на покупку боевых очков будет действовать скидка. Поэтому, друзья, кто хотел давно улучшить там штаб, завести себе новых оперативников, это ваш шанс. Дерзайте, покупайте, будьте в теме и просто играйте в нашу любимую игру. На службе у Деда Мороза. Следующая акция Warface. Давайте мы перейдем к этой акции и посмотрим, что же там нужно делать и как получать за нее подарки. Итак, встречаем. Служба у Деда Мороза. Я уже вступил в этот ряд, в эти ряды. Видите, у меня все мои тут сервера Альфа, Браво, Чарли. Я вступил в спец. Там было вроде спец, вроде сложно и легко. Ну, что-то типа такого. Я точно не помню. Но вы можете выполнить все задания за 150 кредитов или же просто выполнять их самому. Вы берете задание и должны его выполнить за определенное время. Время пишется вам вот здесь. И вы смотрите, сколько вам осталось до конца этого задания. Обработка результатов может занять до 2 часов. Вот. Итак, смотрим, что же можно за это получить. За 10 посещений в игру вам дается 3 дня VIP-ускоритель. За 20 посещений в игру вам дается на 5 дней VIP-ускоритель. За 30 посещений в игру вам дается на 7 дней VIP-ускоритель. За то, что ты просто заходишь в игру, тебе дается VIP-ускоритель. Это неплохо, друзья, я считаю. Потому что качаться любят все, уровни любят все. На халяву получать пушки, которые дается за уровни, тоже любят все. Поэтому дерзайте, выполняйте задания Деда Мороза, и мы переходим дальше. Выполнено боевых заданий. У меня пока что 0, и поэтому я ничего пока не выполняю, говорить об этом не буду. Но за 10 выполненных заданий вам дается Рино Сияние на 10 дней. А за 20 выполненных заданий вам дается ПП-2000 Сияние на 30 дней и Фабарм Сияние на 30 дней. За 30 выполненных заданий вам дается Имбл на 30 дней Сияние и М40 опять Сияние на 30 дней. Я считаю, это неплохо, а если ты просто репостнешь на свою страницу ВКонтакте или же Одноклассники, то тебе дадут на 3 дня новогодний Desert Eagle. Он классный, он выглядит просто красиво. С ним просто приятно бегать и стрелять из него, раздавать ваншоты в голову, это тоже круто. Поэтому делайте репост, заходите на страницу, все ссылки будут в описании. Получайте новогодние подарки от нашей любимой игры Warface. И просто отмечайте праздники с душой, друзья. Так, встречайте Новый год в Warface. Поздравления от проектной команды, поздравления от разработчиков. Смотрите видео на официальном сайте Warface, там ссылка будет в описании. Все будет в описании, друзья. Новогоднее настроение уже в игре. Новые карты, новые пушки. За каждый день в игру ты будешь получать подарки, увеличенные награды. С 29 декабря по 2 января и с 3 января по 9 января будут увеличенные награды. Конкурс репостов на револьвер, на золотой револьвер, друзья. Поэтому делайте репост и ставьте лайки. А если же вам очень нравится сейчас это видео, то не забудь поставить мне палец вверх и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать еще больше в новом году. Подарки за активность. Выполняя задания в нашей группе
CD ВКонтакте и получайте отличное оружие в подарок. Это я пока что не особо знаю, понимаю, но вы можете прочитать все по ссылке, и вам будет все доступно. Новогодние открытки. Опубликуй праздничную открытку с хэштегом Warface2018 и выиграйте камуфляж из серии Сияние. Просто опубликуйте праздничную открытку на своей, я так понимаю, странице ВКонтакте. И ждите, пока вас объявят победителем. События в Одноклассниках. Да, друзья, события в Одноклассниках есть у нас. Уникальный подарок. Получите уникальный приз в соцсети Одноклассники. Просто переходи на промо-страницу. Просто перейди на промо-страницу, друзья, и тебе дадут подарок. Постройте замок. А, замок из снега в стиле Warface, выложите фотографию лучшей скульптуры, получит призы. Просто ты должен выйти на улицу, построить замок из снега, которого, к сожалению, у нас нету в Москве. Не знаю, может быть, у вас в городах много снега, может, вы построите очень огромную крепость, выложите фотографию, и может, именно ты получишь этот приз. Рассказать друзьям и получить АС-вал на 7 дней. Это уже классно, потому что если ты рассказываешь друзьям об этом конкурсе, то ты просто получаешь АС-вал на 7 дней. Ну, а на сегодня у меня все. Это вроде бы все акции на сегодняшний день у Warface. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. Вам не сложно, мне приятно, друзья. Итак, всех с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы у вас в новом году было все хорошо, вы тащили и рос скилл. Здоровья и счастья, друзья, в новом году. Всем пока!